А там тебе задание. Ой, там его еще... прочитать надо. О, наклейка! А тут что? Это что, игрушка? А, поставить елку, игрушка? Итак, я посмотрела много разных календарей, и именно этот мне приглянулся. Буду делать из стаканчиков, собирать елочку. То есть мне нужны пластиковые стаканы, мне нужны вот такие вот шаблоны. Я взяла в интернете, распечатала уже, подготовила, вырезала. Из бумаги подарочной вырезала такие кружочки, которыми буду закрывать наши стаканчики. И начну с того, что из этих стаканов я соберу елку. Можно, кстати, использовать фольгу, если вам тоже интересен серебристый цвет. Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла? Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино. Кабы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых. Не кружила б малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня, кабы, 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 не петляла бы лыжня, кабы, кабы, кабы. Кабы не было зимы, а все время лето, мы бы не знали кутерьмы новогодние. Вау, что это, мама? Это... Ёлка, календарь для тебя. Каждый день ты будешь, вот сегодня первое число, ты открываешь под цифрой 1. Там для тебя будет задание. И ты выполняешь задание. И так доходим до 31 числа, до Нового года. Вот как бы последний, да.